Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут Сергей Сергей, и это мой канал «Ритмы наших песен». И сегодня я вам представлю, соответственно, очередной стиль для синтезатора Yamaha PSR S950. Это очень танцевальный стиль и, скажем так, восточный. Ну, либо латиноамериканский. Ну, так сказать, оттуда веет ветерком. Такой очень-очень танцевальный и, скажем так, ориентированный на наших южных соседей. Вот, значит, давайте разберем, из чего состоит стиль. Ну, конечно же, ведущая партия – это ударника. Он электронный, это драм-машина. Слушаем. Вот партия ударника. К нему добавим партии перкуссии, которая именно и добавит, скажем так, самый сок к нашему стилю. Слушаем, как звучит перкуссия. Но добавим к ней ударник. К этой перкуссии добавим, скажем так, классическую гитару. Слушаем, как она звучит. К этому всему хозяйству добавим, конечно же, синтезатор. Как же новая электронная музыка и без синтезатора. Послушаем партию синтезатора. Как звучит синтезатор? Два синтезатора. Ну и ко всему этому хозяйству, соответственно, прибавим бас-гитару. И давайте послушаем все аранжировки, начиная со вступления, 4 аранжировки, брик и концовка. Я вам сейчас их все продемонстрирую. Слушаем. Ну, в общем-то, вот и весь стиль. Танцевальный, современный, очень универсальный. Я, как правило, пишу в основном универсальные стили, на которых можно сыграть множество разных песен. Кавер-версий, миксов, ремиксов, любых. Все зависит от вашей фантазии. С вами был Сергеев Сергей, мой канал «Ритмы наших песен» и красивых, качественных мелодий. Приятного вам прослушивания.
Спасибо.